Друзья, всем здорово! Сегодня вам расскажу, как быстро фармить денежки в The Crew 2. Так, заходим в миссии, смотрим Street Racing и вот ключи от города. Ставим изменить сложность на ас. Раньше была легкая и трудная сложность, сейчас еще ас добавили. И за ас вот уже дают 44-100 баксов, да, плюс еще там бонус за легендарные очки, это тоже надо прокачивать. Вот, можно еще Street Race, конечно, посмотреть задания именно вот по Лас-Вегасу. Тоже, например, если изменить сложность, то бишь вам за 2 минуты 2 секунды, ну, грубо говоря, за 2 там с чем-то секунд, с копейками, дадут 22 тысячи баксов, плюс бонус. Вот, и если по времени посчитать, не знаю, по мне, вот, ключи от города лучше. Вот, то бишь здесь за 4 с чем-то минуты у вас будет 44 плюс бонус баксов. Вот, что я могу еще добавить? Это, так, пилот, где у нас пилот? Это легендарные очки. Я вот, вот в этой зоне комфорт прокачиваю именно богатый, чтобы у нас было именно больше баксов. То есть увеличит заработок баксов сейчас на 2,8%. Так что это очень важно. Вот, остальное вы уже как хотите там прокачиваете. Но вот сет самое главное, богатый. Качаете, и больше денег у вас будет. Вот, такое. Давайте сейчас быстро я покажу, как я это делаю. Перемещаемся быстро на эту миссию, ключи от города. Еще важен момент. Вот недавно я Бугатти себе купил. Какая вам машина удобная, ту и ставите, потому что здесь выбор у вас идет из двух машин. Вот. Мне удобно было на Феррари это делать, потом как-то поднадоело, я стал на Кёнигсеге. Вот. Поскольку у нас сейчас появилась Бугатти, давайте Бугатти возьмем. Бугатти Чирон. Очень дорогая машина, наверное, самая дорогая в игре. Вот, и вторую машину я ставлю Porsche 911 GTR RS. Вот, на этих двух машинах мы сейчас быстро проедем и... Сейчас мы удостоверимся, сколько же мы заработаем. Гонка идет буквально 4 с копейками с минутами с этими. Так что такое. Поехали. Тебе меня не победить. Зачем пытаться? Да, не победить, не победить. У него Макларен. Ну, Макларен мы у него уже забрали, у этого босса. Едем уже здесь аккуратненько, никуда не торопимся. Ну, кто трассу эту знает. Когда уже десяток раз ее проходишь. Например, вот на Бугатти я накопил именно на этой трассе. То есть, грубо говоря, у вас получается, ну, грубо говоря, 500 тысяч. 500 тысяч за 10 каток. Ну, там с бонусом идет. 500 тысяч за 10 каток. Нет среди лучших в списке. 500 тысяч за 50 минут. Ну, так, примерно все, относительно, плюс-минус. Вот и все, сделали задание и заработали. Сейчас покажем, сколько пропускаем заставку. Итак, первый
5 минут, ну, 5.08. Если можно чуть постараться получше, можно за 5 минут справляться, в принципе. Итак, 45 334 доллара. Вот так можно быстро фармить за несколько минут много денег. Ты на вершине списка, самый первый. Так что, ребят, не забывайте ставить лайк. Канал Кибердеда с вами. Всем пока.